Все, здорово. Побежали. Бежали далее. Вот сюда. О, открытые пространства более-менее большие. Надо же. Я уже думал, тут такого нет. Что это такое? Не знаю даже. Так, визу лагерь. Визу дядьку. Кто-то над тобой подшутил. Так, продаем за копейки. Ой, жесть какая. Слушай, может по телепортам этим прогуляемся? Мне такая нравится более-менее. А, понял. Просто карта через жопу тогда. О боже мой, о боже мой, боже, боже, боже мой. Мне надо наверх чесать сейчас. Ох. Уже карты не видел. А я... Какое убожество. Че, карта что ли сделать нормально, не могу ли? Привет. Красиво, кстати, уже. Ладно. Бузить это, блин, а почему я не могу ту хрень собрать? Может, я пока все не могу собрать, что хочу? Это уровень все надо продвигать или, блин, не понимаю. На будем пока искать довольно интересную непись, уровень поднимать. Хотя мне довольно стало интересно вот это вот. Не вот это вот место, честно, а другое. Так, это с восклицательным знаком. Он хочет мне дать задание или взять. Вот это срочность. За Федерацию. Чем могу помочь? Валькион победит. Тебя что-то беспокоит? Да, то, что у вас одни фразы избитые, просто до ужаса. На душе. Уж больно тут грустно, я тебе скажу. Ну да, сейчас попробуем по этим свиткам. Зачагриться.
Потом, если понравится, я их накуплю. Так, где еще тут руду-то можно найти? Мне оленя надо поубивать. А, так это по заданию эти цветы надо собирать. Вот в чем прикол. Вот, блин. Я-то думал. Их так проще будет поубивать уж, пожалуй. Так, хорошо. Ну, еще осталось оленей только поубивать. Понятную. Сколько, непонятно, правда. Ну, готово. Так, и с рудой надо разобраться. Или все-таки эту хрень тоже надо. Не-не-не, тут где-то руда еще должна быть. Лады. Пока, блин, не наблюдаю как-то. Ох, ни хрена себе. Это что, ботва еще летать умеет? Нормально. Я тоже себе такое хочу. Сначала надо заработать будут деньжат, а потом уже бежать в город и пытаться там. Ишь ты, блин, ветер хренов. Не вижу здесь руды-то. Один всего камень руды-то был. Дальность у меня против сотки вроде масса. Объектов, ну, далеко отображаются. Да, со мной связываться не хочет. Сейчас вообще такое было. Щит какой-то вокруг меня. Как бы забавно, но
Мне тут не от кого защищаться. Нет. Что это такое? Сладкий синоцвет мне вряд ли нужен. А тут все одинаково, один синоцвет сплошной. Короче, возвращаемся. Надо посмотреть, что же мне за задание такое дала, блин, которое я не могу понять, как выполнить. Вон, а вроде дала задание там на дыбы руды. Я надыбывал дальше что? Тут всего один кусочек руды был. Может, он должен появиться опять вновь, отреспиться? Я вот что-то в этом, блин, сомневаюсь как-то. Приятно увидеть новое лицо. Дал мне полуметровая панда. Милая. Речек надо поубивать. Они бессмертны. Надо, стой. Почему я овец не могу убить? Мясо взять. Я такого, я того же мнения, блин, слушайте. Что я могу сделать для тебя? Береги себя, не болей. Ну что, попердолили туда или назад? Я не знаю даже. Столько знаков вопроса, восклицательных знаков, что ж дурно становится. В принципе, я люблю такое. Много заданий. Просто бегаешь, тупо выполняешь. Вот я не люблю, когда снаряжение у меня не может нормально встать на место. Да и карта тоже до одного места. В принципе, не так и мешает. Можно, кстати, прозрачность карты сделать посильнее, да? Давай-ка посмотрим. Попробуем сварганить прозрачность карты. Хорошо, игра. Так, имена, 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 титулы, ХП, имена питомцев, NPC. Карта. Применить. Ну, даже не знаю, что сказать. Что, карта? Ха. Я вот сейчас юмора что-то не понял. Здесь, да, я знаю, что я могу увеличить, только зачем мне оно? Давай попробуем вместе народ попариться. Да. Кому-то это не понравится. Ты чего страдаешь всякой ерундой? А, это отметка заданий на карте, все. Так, настройки облик, настройки помощи. Подсказки.
понять стабилизации. Ну ладно, скорость камеры, высота, предел дальности камеры. Давай так. Дальние посмотрим сведения питомцы. Список помощников других своих, диалоги помощника. Игровое определение, показывать использовать умение, показывать радиус атаки боссов. Ну да. О, предупреждение о ярости боссов. О негативных эффектах. Сообщение группы. Ну, группы я не буду пока. Пиндюрица показывает подробности получаемого урона. Запятая. Угу. Удалить фон шрифта. Так, повреждение настройки прозрачности шрифта. Так, настройка размера шрифта урона. Даже не знаю, я его не видел-то ни разу. Кто-нибудь тут урон видел? Основные настройки. Общий. Фоновая музыка, фоновая музыка. Все, ладно. Разрешение. Вот не это все. Максимальная граница частоты карты 62. Ну, можно и на 200 хоть поставить. Так, качество графики вообще-то вот так вот надо. Постройка разрешения текстур 2-2-2-2-2-2-2-2. Здесь графики-то особенно нет. Так, весь интерфейс масштабировать. Пожалуй, я вот так до 90 сделаю. Чтобы хотя бы, когда я открываю рюкзак, я мог приближение элементов. То есть масштабирование, да. Давай до 100 сделаю. Смотри. Вот на эту полоску сейчас я правильно понял. Я вообще сейчас ничего не понял. Давай 125 сделаю, как и было. А, о, панель быстрого доступа, дополненная шкала здоровья, значки эффектов, компас. Сраный компас, иди ты, блядь, сюда. Все, можно вообще этот компас убрать. Хотя бы его меньше видеть буду. Компас, блин, гидрит налево. Зафиксировать карту. Как-то ее сам зафиксировать. А, так я могу сам ее подвинуть куда-нибудь, да? Как хорошо. Давай тогда я вот так вот сделаю. Чтобы ее вот так вот закинуть вот сюда, чтобы было попонятнее. О! Этот компакс. Тынь-тюб, вообще задницу. Так, показывать чат, настройки кодов, FPS, автоматическое скрытое интерфейс в бою, расположить слева, расположить справа, показать чат, показывать подсказки для клавиши F. Да-да-да-да, все хорошо. Так, и прозрачность мини-карты 100%. И зафиксировать пока я уберу, применить. Я хочу, чтобы она здесь была. Там, где карта и должна быть. О. Ну и как мне быть?
как-нибудь мне это скрыть. Погоди, если я сюда ее перенесу. Будет, правда, очень необычно, как бы, но... Будет получше. Как думаешь? Здесь непонятный сраный радар. Карту с этой стороны. О, вообще вниз ее можно попробовать. А тут заданий ж целая тонна, да? Тут заданий целая трещина, но могу я их убрать. Да, народ, сегодня у нас будет такая серия, по ходу дела. Мы будем иметь любовные отношения вот с такой веселой камерой. Теперь я понимаю, что такое прозрачность эта долбаная. Что она мне сейчас не нужна. Так, вот я ее вижу. Черт подери. Здесь вообще никак не подходит. Да что ж за идиотизм-то такой? Почему она такая гигантская получается? Не, ну народ, реально, вот если так уж посудить... Вот давай мы вот так ее поставим как-нибудь. Может получше будет. Конечно, очень будет непривычно. Зафиксировать, применить. Показывает там мне только режим интерфейса. Применить. Ну, кстати, вот так вот уже как-то попроще, да? И сколько я тут занимался лютым анархизмом? Ну, 22 минуты. Ладно, народ. Сейчас пока на паузу иду, немножко попозже вернусь. Так, я, как видишь, вроде привел все более нормальный, более-менее нормальный читабельный вид. То есть найди Рейну, которая просит ваша помощь. То есть я уже прочитать это могу. Но, сколько, ну, 20 заняло мне этот занятие, блин, анонизмом. Я просто выполняю приказ. В принципе, конечно, спасибо им, за то, что дали такие возможности настройки, блин, интерфейса. Но все-таки как-то странно радар убрать, я так и не понял. Так, мне надо тут как-то научиться определиться по новой карте бегать. Никогда непривычно. Так. Твои желания ничего не значат. Да ладно. Пока рано, по-моему. Это что за фигня? Соберись. Банк. Совсем неплохо. Банк. А, понял. Чё, проценты будут? Золотых положили. Бесплатный сыр только в мышеловке. Так держать. Валькион победит. Нам сгодится любая помощь. За Федерацию. Все идет на лад. За Федерацию. Сложно было меня найти. Удачи тебе. Там магазин. А, редкости. Мне что-то пока казалось, магазин сладостей. Думаю, ну все, приехали, блин. Не переживай так уж сильно. Береги себя. Mm-hmm.
Неплохо, дружище. За Федерацию. То есть банк один и тот же, только можно в разных местах в него зайти. Зачем? Могли бы зелье или пойло так поинтереснее нарисовать. Что не так? Осторожнее. Есть минутка, могу помочь. У тебя, кажется, все готово. Значит, можно купить все что угодно. Я понял. Нужна моя помощь? Даже, блин, не знаю, что и сказать тебе, дядь. Это, по идее, вам нужна моя помощь, учительница тактика. Трудности лишь закаляют характер. Да. Кому нахрен отсюда? А мне наверх там надо, да? А нет, сначала туда давай сбегаем. Что это сейчас было такое? Карта переместилась. Какая прелесть. Ну, в принципе, намного лучше, чем было. Я так скажу. Смотрится хоть по-ужасному, но лучше. Добрый день. Вау, я что-то выполнил. Скажите, что я молодец, а? Ладно, поехали далее. Тонна задания надо тоже посмотреть. Не, ну тут мир, конечно, населен, слушай, и животными, и всем остальным. Вообще прикольно. Мир действительно хорошо населен. Всем, кроме игроков. Ну, хотя вряд ли эти игроки будут в стартовых локациях, которые здесь есть. Это было бы, ну, мягко сказать, глупо. Но пока выполняем задание, потом уже найдем непись и будем. Ой-ой-ой-ой-ой. Мама меня пока не отпускает в армию. Да, и ты решила мне дать доспехи за задание. Классная идея. Нужна моя помощь? Нужна моя помощь? Нужна моя помощь? Уже нет. А просто набирай все задания подряд. Почему нет? Ящик с ламом. О, приветствую! Не забывай поесть! Тебе от меня что-то нужно? В следующей серии, народ, попробуем телепортироваться. В принципе, деньги у меня есть. Вроде тут недорого это все стоит.
А, это не так исчезают, вспомнил. Так, надо опять оленей поубивать. Задания везде типа одинаковые, что ли? Туда надо сходить. Там что-то чудики. Так, у вас я уже всех загасил, остались у нас олени. Боже. Убиваем бедных, блин, оленей. Я смотрится они довольно злобно. Не надо их убивать, все. Так, и идем туда. Ты, ладно, давай сдадим задание сначала. У меня идея получше. Нужна моя помощь? Нужна моя помощь? Под задание взяли. Класс. Новички! Золото, конечно, сыпет хорошо. Его есть куда потратить, самое что главное. А, есть игроки. В принципе, оптимальное количество. Убивать, правда, не надо было.
Подобрал. Ну ладно. Я и так могу. Дальше-то что? Ага, осколок реликвии также добывают. Это уже забавно. Так, ну мне их надо побольше перекромсать. Задание пока еще считается. Так, все, выполнили. Колечко взяли, круто. Так, стоп. Это ведь у меня не первое родео. Лучше бы молчали, не ей-богу. Нужна моя помощь? За Федерацию. Ага. Трижды, блин, за Федерацию. Это не то, это не то. Нужна моя помощь? Увидимся еще. Привет. Ладно, народ, на этом, пожалуй, я закончу. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.